Москве прошел национальный конгресс «Модернизация промышленности России. Приоритеты развития». Ключевая тема конгресса – содействие бизнес-инициативам в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Традиционно в мероприятии принимают участие ульяновцы. Опыт нашего региона по развитию экспорта оценили коллеги из Федеральной торгово-промышленной палаты. Мое недавнее посещение Ульяновской области лишний раз добавило уверенность в том, что это один из флагманов наших индустриальных, действительно, по разнообразию современных промышленных предприятий, редкий регион России, наверное, может сравниться с Ульяновской областью. Как отметил Дмитрий Курочкин, сотрудничество палаты и Ульяновского региона будет продолжаться не только по развитию экспорта, но и по привлечению инвестиций и реализации промышленной политики. Сергей Морозов представил предложение по дальнейшему развитию экспорта в регионе. В 2019 году экспорт продукции из Ульяновской области вырос на 211%. За 8 месяцев предприятия региона отправили за рубеж товары на сумму более чем 620 миллионов долларов США, что в 3 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Мне очень понравилась информация, которая была озвучена и Фондом по развитию промышленности, и Министерством промышленности и торговли, потому что мы видим реальные рычаги, которые в ближайшее время появятся для модернизации промышленности. Одним из шагов по развитию экспорта стало открытие торгового хаба в Чехии. Ульяновские предприниматели могут реализовать свою же растаможенную продукцию в Европе. Работа хаба предусматривает создание инфраструктуры, необходимой для транспортировки и складского хранения товаров. Пока резидентами выступают 10 предприятий. Сейчас в шоуруме в Праге представлены мебель, двери, каменные мойки и монтажная пена от ульяновских производителей. Подобные хабы планируют открыть на территории Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Анна Тищенко, новости Управды ТВ.